она. Ну что ж, вчера был понедельник, мы приходили в себя после выходных, а сегодня мы начинаем полноценно работать. Вторник, 6 декабря, утро в прямом эфире. Это утро на телеканале Шоп-н-Шоу, и в студии мы, Наталья Худякова. И Олег Сотников. И давай напомним, что действует фейерверк новогодних скидок, потому что надо дарить подарки к Новому году. Потому что мы уже все готовимся к Новому году, и сегодня для вас особенный сюрприз. При любом заказе вы получаете вот это чудо, которое стоит у нас сейчас на столе. Вы получаете в подарок платок. Посмотри, какой цветной. Россыпь просто цветных шейных платков. Это чудо. Давай напомним, что сейчас действует фейерверк новогодних скидок. Правильно, давай посмотрим. Давайте взглянем. На телеканале Шоп-н-Шоу фейерверк новогодних подарков и скидок. Мы поможем вам подготовиться к Новому году, не выходя из дома. Шоп-н-Шоу дарит всем своим клиентам персональную скидку в 10% при заказе на сумму 7 тысяч рублей и более. Вы заказали на 10 тысяч рублей? Ваша скидка составит 15% на весь заказ. А если вы настоящий мастер новогоднего шопинга, сформируйте свою корзину на 12 тысяч рублей и более, и мы подарим вам скидку 20%. Но и это еще не все. Всю неделю телеканал Шоп-н-Шоу дарит новогодние подарки всем своим клиентам с каждым заказом. Новый день, новый подарок. Сегодня получите стильный платок «Шелковая нежность» абсолютно бесплатно. Следите за эфирами. Заказывайте, экономьте и получайте подарки вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу. С наступающим Новым годом! Наташа, скажи, пожалуйста, ты для себя что-нибудь уже выбрала? Ну, конечно, выбрала. Я думаю, обо всех секретах наших сегодняшних нам расскажут наши эксперты. И я тоже расскажу, что я выбрала на сегодняшний день. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем вас делать счастливыми каждый день, потому что готовимся к Новому году, дарим подарки. Давай проанонсируем. И первый лот, который вы видите, это юбка Твиги. Кстати, как прекрасно она странит женщину, любую женщину. А посмотри, какая она стильная, вот с этими вставками, юбка Твиги, трикотаж. Трикотажное полотно и бархат. Бархат очень стильный, актуальный, нарядный, между прочим, да? Да, очень прекрасно смотрится, но как-то что-то не хватает. Я предлагаю дополнить ваш заказ, положить в корзину вот эти чудесные туфли женские. Как хорошо называется, между Эвелина. Между прочим, они тоже подойдут к празднику. Посмотри, россыпь вот этих страз делают их нарядными, и можно надеть их на любой праздник. А главное, три цвета на выбор. Но что-то опять не хватает. Предлагаю обратить ваше внимание на вот это чудесное кольцо лаванды. Бандовые чары, серебро 925-й пробы, и Ольга Чопорова обязательно расскажет об этом. А посмотри, какой нежный дизайн, Олег. И, между прочим, это колечко идет не одно, а в комплекте с нашими сережками. Посмотри тоже, как нежно, красиво украшены они фианитами. Посмотри, какой дизайн, как будто лепесток на ушке. Лавандовые чары. Действительно чарующие украшения. Да. Главное, они прекрасно сочетаются с кольцом. Идеально. Слушайте, мы уже для себя частично выбрали. Сейчас в течение часа определимся. Ну что, репортаж. Конечно, друзья, давайте посмотрим о том, что выбираете вы. Да. Ярославна Анисимова поговорила с вами. Давайте взглянем. Скажите, как часто приобретаете блузы? Пока не так часто, но собираюсь, кстати, этим заняться в ближайшее время. Я думаю, раз в полгода где-то. Блузки — это все-таки не совсем мое, так скажем. Ну, это почаще, наверное, раза 3-4 в год покупаю так. Да, это обязательно, потому что верх меняется всегда, да, достаточно часто. Ну, раз в месяц точно приобретаю. Какой состав у блузы предпочитаете? Ну, для блузы важно, чтобы она не мялась, поэтому, естественно, там чистый хлопок и чистый лен не всегда функционален, поэтому какие-то добавки тоже, в общем-то, я допускаю. Ну, в основном это чтобы был вот натуральный хлопок, там вот это вот. Ну, натуральный, вискоза, хлопок. Ну, ткань ближе к хлопку, вискозе. По цветовой гамме? Ну, классика плюс какие-то разнообразные варианты такого стиля, который, ну, можно надеть и не только в офис и на работу, а может быть куда-то там на праздник, в ресторан и так далее. В основном светлые цвета или темно-синий, вот так вот, бирюзовый можно? Белый, постельный. А тебе какие цвета больше нравятся в одежде? Любые, кроме розового. Как относитесь к дополнительному декору у блуз, либо у платья? Положительно. Украшения очень люблю. О, это неотъемлемая часть, конечно.
Доброе утро! А это модная рубрика. И преддверие Нового года – это не только хороший повод подводить итоги уходящего года, но и время подобрать себе новогодний наряд. И поможет нам в этом эксперт Светлана Воронцова. Доброе утро, Арина! Доброе утро, наши ведущие! Я хочу сказать, что сегодня специальное предложение дня – это блуза вдохновения. Вдохновимся мы сегодня! Блуза с колоном вдохновения является сегодня специальным предложением дня на телеканале Shopping Show, а значит, это самые выгодные цены, и у нас есть варианты на выбор. Я хочу только что сказать, что сегодня выбирают для себя эту яркую блузу, и как сказали наши женщины, что украшение – это неотъемлемая часть. Могу сказать сразу, вы заказываете блузу, а она к вам приходит с этим украшением. Если Арину посчитать, то одно такое украшение – яркий кулон с позолотой и с каменьями, напоминающими фианиты, в магазине стоит порядком 2000 рублей. А мы вам предлагаем и блузу, я расскажу, что это за материал, ну и, конечно же, украшение подойдет каждому наряду. Свет, ну давай подберем цвета для наших женщин. Да, хочу сказать, что открывает наш показ красный цвет. Я тут изучала пристрастие следующего нашего героя 2017 года, год огненного петуха. Угу. Так вот, именно фаворитом многих коллекций именитых дизайнеров становится красный цвет. Ну что ж, если вы любите освежающие цвета, это светлый молочный, очень нарядный. Ну а наши телезрительницы только что сказали, что они выбирают именно оттенки светлые и синие. Поэтому васильковый цвет – следующее предложение. Это мой выбор сегодня. Ну а если вы любите что-то потемнее, то темно-синий цвет – это ваш выбор. Давайте посмотрим сейчас на то, что в каждой блузе к вам придет украшение. Давайте посмотрим еще на нашу модель и расскажем размерную линейку от 50 до 60. Это предложение от известного бренда Ларичи, который радует нас эксклюзивными материалами и яркими фасонами. Свет, вот я смотрю, такой материал. В магазине такие блузы стоят гораздо дороже, а у нас сегодня специальное предложение и скидка в 1200. И стоимость сегодняшнего специального предложения – 2299 рублей. Итак, наша Марина выбирает сегодня блузу вдохновения с юбкой Твигги. Эта юбка представлена брендом Олмис, мы к ней вернемся чуть позднее. А это решение для новогоднего праздника. Многие женщины встречают Новый год не в платье, а выбирают микс блуза и юбка. Вдохновитесь, 2017 год принесет вам удачу. Ну а сейчас поговорим о тканях. Да, давай поговорим. Свет, вот я знаю, что шифон, он очень привередливый. Да, действительно, это декоративный шифон. Но я хочу сказать, что шифоновые материалы сегодня очень популярны. Посмотри, Ариш, шифон обладает легкостью. Ты знаешь, как называют дизайнеры эту ткань? Как? Король струящегося силуэта. Поэтому за этой драпировкой, нежными фалдами скрываются наши секреты. Но это еще не все. Только что я слышала просьбы женщин, которые сказали, они любят вискозные ткани и хотели бы, чтобы блуза была сшита из вискозы. Так и у нас есть вискоза, причем вискоза находится внутри. Вискоза – эластичный материал. По ощущениям он очень приятный, нежный, с добавлением шелковистого волокна. Сегодня вискоза заслужила особенную любовь у наших женщин. Вот цвет здорово. Это внизу как бы маечка, она не дает нам просвечиваться совершенно нашему верно. Основному материалу, да? Это блуза топ. То есть у нас получается, что наша блуза состоит из двух частей. Два в одном. Это блуза топ внутри и шифоновая накидка сверху. Давай посчитаем, сколько бы стоило такое решение в магазине? Ну, обычно одна только блуза в магазине стоит больше 2000. Ну, хочу сказать, что здесь бренд Ларичи радует нас не только дорогими тканями, но еще и окантовкой. Я всегда смотрю, все-таки бренд отличается от многих производителей. Смотрите, здесь шифон считается сыпучим материалом. Что делает Ларичи? Европейские и немецкие машины позволяют сегодня так делать и обрабатывать швы. Это называется закрутка или американка. Этот шов позволяет вашей ткани быть крепкой, не распускаться после носок многочисленных стирок. Вот за что я люблю вещи от бренда Ларичи. Это всегда качество. Качество в любых самых даже мелких деталях. Цена премьеры сегодня 2299 рублей. Выбирайте свой цвет. Выбирайте красный или темно-синий. Свет, ну давай поговорим о дизайне этой блузы. С удовольствием. Вообще хочу сказать, что эту блузу мы можем носить не только на праздник. Если вы приверженница классики, вы можете снять украшение, надеть эту
блузу даже с вашими любимыми джинсами. Но вот такой нежный летящий крой позволит женщине чувствовать себя очень романтичной особой. Но мы с тобой не сказали про размеры. У нас богатая широкая размерная линейка, и, учитывая свободный крой, рекомендую выбирать эту блузу размер в размер. И размер у нас от 50 до 60. Как здорово, что мы можем выбирать и заказывать свой размер. Как раз к Новому году вы получите идеальный наряд. Идеальное решение не только для новогодних праздников, но и после. Обрати внимание, Ариш, еще раз. Летящие рукава летучая мышь, они не создают массивного образа, а наоборот, просвечивающийся силуэт внутри кажется еще стройнее. Это прозрачный соблазн, это струящаяся ткань, которая доставит массу наслаждения женщинам. Учитывая, что у шифон прозрачный материал, внутри дизайнеры приготовили для вас настоящую защиту. Это вискозный топ. Свет, ты знаешь, вот у меня такое ощущение, что в такой блузе будешь чувствовать себя очень свободно и не будут сковывать никакие движения. Ты сказала, да, конечно, смотри, подмышечная зона у нас отдыхает. Очень часто женщины с богатым верхом не любят пережимающие зоны рукава. А здесь рукава летучая мышь, конечно же, подарит свободу. Но сейчас давай насладимся украшением, мерцание этих камней. Напоминает мне авантюрин, есть очень такой камень дорогой. А вот здесь на светлой сливочной блузе напоминает нам очень красивый лунный камень. Да, потрясающе. Я так и вижу вас в новогоднюю ночь в таком прекрасном наряде, в таком праздничном наряде. 2299 рублей. И не забывайте, что вместе с блузой вы получаете подарок от производителя. Это потрясающее украшение. Ну, кстати, наша коллега Наташенька сегодня попросила меня дополнить ее ансамбль. И что бы вы думали, мы дополнили ее наряд платья вот таким изящным украшением. А это еще одно решение. Вы выбираете сегодня блузу, которая приходит с кулоном. Можете носить блузу с кулоном, можете носить ее без кулона, можете снять это украшение и надеть на любой наряд. А можете, кстати, подарить кому-нибудь, если у вас уже есть свое украшение. Я думаю, что женщина не откажется от такой красоты. Еще раз хочу напомнить вам, что я ощущаю себя очень свободно. Я люблю свободные наряды. А сейчас хотелось бы еще посмотреть на крой нашей блузы. Мы можем посмотреть на Марину. У Марины, кстати, прямоугольный тип фигуры. У нее широкие плечи, так же, как и у меня. Но ты заметила, что за счет летящих легких рукавов фигура Марины становится более пропорциональной. Куда делись широкие плечи? Они спрятались за легкими крыльями ангела. Ну вот здорово! Вы тоже так же можете чувствовать себя свободно, и ваша фигура будет выглядеть более точеной, более стройной в блузе с кулоном вдохновения. Не забывайте, что сегодня это специальное предложение дня телеканала Shop & Show, а значит, это самая выгодная цена, а значит, это повод познакомиться с телеканалом Shop & Show. 2299 рублей за потрясающую блузу с кулоном. Но... А я, как эксперт, хочу напомнить, что нашу блузу мы можем носить не только с юбками. Женщины, предпочитающие брючные ансамбли, не откажут себе в удовольствии продемонстрировать свои бедра. Вот для женщин, у кого красивая линия бедра, я рекомендую воспользоваться манжетой. Наша блуза посажена на манжету. Что это такое? Это завершение блузы, которое позволяет регулировать длину. Если у вас невысокий рост, вы воспользуетесь этим решением бренда La Riche, вы можете приподнять эту блузу слегка вверх. Посмотрите, модель сразу укоротилась. Если у вас есть секреты в зоне животика, вы можете скрыть за нежными фалдами нашего шифона. И потом, в этой блузе каждый из вас будет чувствовать себя свободно. Вот для меня этим отличается именно бренд от обычных каких-то вещей. Вот удобство в каждых деталях. То есть все сделано в этой блузе для вас. Выбирайте свой цвет. У нас потрясающий выбор цветов. Богатая палитра расцветок от красного до белого. Но мы продолжаем. Давайте познакомимся с расцветками. 4 цвета на выбор. Бренд La Riche, так же, как и многие другие российские дизайнеры, предпочитают сегодня ублажить всех модниц. Красный цвет сегодня является самым популярным. И в уходящем 2016 году он тоже был фаворитом. Яркий васильковый цвет электрик. Но каждая блуза придет к вам с украшением. Обратите внимание на то, что здесь микс двух тканей. Это шифоновое полотно и вискоза. У нас есть темно-синий сапфировый цвет. И, конечно же, наряд сливочный. И это специальное предложение дня от Shop & Show. Это значит самая выгодная цена. Успейте сделать свой заказ. 2299 рублей. Блуза вместе с кулоном. Вдохновение. Пусть это будет ваше вдохновение.
Ты знаешь, Ариш, но в нашей модной рубрике не принято предлагать только одно предложение. Это здорово. Мы сейчас поговорим о миксе. Итак, вы уже заказали для себя блузу, определились с цветом. Давайте сейчас решим, с чем мы будем ее сочетать. Лично я сегодня выбираю очень нарядное решение от бренда All Miss. Это юбка Твиги. Юбка Твиги сегодня представлена по цене премьеры 1999 рублей. И размер у нас от 48 до 60. И у нас, как всегда, для вас есть цвета на выбор. Но юбка очень комфортна, могу тебе сказать. Она очень приятна, потому что здесь не только велюровое полотно, которое женщины уже могли видеть, еще и трикотаж. О всех секретах расскажу чуть позднее, в начале расцветки. Я выбираю черный, классический. Очень здорово, когда у вас блуза яркая, вы можете ее успокоить черным цветом. Следующий цвет – это бордовый. Очень красивый, глубокий винный цвет. Я хочу сказать, что юбка еще у нас представлена в зеленом цвете. Арина! Света, что это? Юбка у нас, цена стала ниже, 1499 рублей. Подожди, 500 рублей, прямо в прямом эфире мы уже снизили. Вот значит, что смотреть программу «Доброе утро». Да. Утро действительно доброе, поэтому успевайте. Некоторые наши модницы заказывают уже по 2, по 3 цвета. Это отличный подарок. Да, если вы уже успели заказать по предыдущей цене, мы вам пересчитаем цену обязательно. Поэтому смотрите нас дальше. Дальше знакомим вас с расцветками. Насыщенный зеленый цвет. Он мне напоминает изумруд. Очень красивый. Следующий цвет – это василек. Такой яркий, насыщенный. Если говорить о базовых расцветках, то их у нас две. Это сапфировый синий цвет. И, внимание, рядом с ним я прикладываю черный. Это мой выбор. Сегодня уже синий называют вторым черным. Не случайно. Он уже заслужил признание, потому что так же, как и черный, он стройнит. Но секрет нашей юбки – неважно, какой цвет вы выбираете, она будет вас стройнить. Хочешь, расскажу, почему? Да, почему? Во-первых, здесь мы видим с вами микс тканей. Поближе повешу юбочку бордовую. Ага. Смотри, наша юбка состоит из двух материалов. Это велюровый стрейч, мы можем видеть на Марине. По бокам мы видим с вами вставки из плотного трикотажного полотна. Именно вот посмотри на Марину, тебе не кажется, что бедра визуально сейчас сужаются? Хочу сказать, что наши материалы не только будут вас стройнить, они будут доставлять вам массу комфорта. Визуально вы стройнете на 2 размера. Света, еще листая модные журналы, я поняла, что сейчас велюр, он просто это горячий тренд нынешней зимы. Это просто потрясающая такая новинка в мире моды. Ну, вообще это не новинка. С 16-15 века королевы предпочитают в своих нарядах велюровые стрейч. Но раньше эти ткани были грубыми, а сейчас они мягкие. Поэтому наслаждайтесь комфортом в юбке Твиги. Наслаждайтесь ценой 1499 рублей. Она стала ниже. Хочу сказать, что юбка посажена на эластичную ленту. Сегодня наши российские дизайнеры уже пришли к выводу, что женщины смотрят не только на красоту, они ценят комфорт. Вот она, эластичная лента, которая позволит юбку подстроить под любые параметры. Размер на линии от 48 до 60. Выбирайте юбку своего размера. И так как юбка тянется, она подойдет именно вам. Вы можете не переживать и дистанционно легко заказать свою юбку. Просто выберите цвет. Бордовый, темно-синий, васильковый, или зеленый. Какой цвет выбираете вы? Или черный классический? 1499 рублей. Только 5 минут назад она стоила 1999 рублей. Но телеканал Shopping Show специально для вас в прямом эфире снизил цену. Мы продолжаем нашу программу и хочу сказать, что эти комфортные мягкие ткани – настоящее наслаждение для женщин. В этой юбке вам будет очень комфортно, и вы можете носить ее не только в помещении, а со своими укороченными дубленками или куртками. Звоните прямо сейчас. Ну а я хочу продолжить нашу программу еще с одного блеска. Не только наше специальное предложение дня имеет украшение, но если сейчас вы позаботитесь о своем наряде для Нового года, то вам непременно понадобится сменная обувь. Туфли? Да, ну вот образ какой-то незавершенный получается, если у нас нет нарядных туфель. Но сегодня мы можем вам их предложить, и у нас для вас цвета любые. Вообще хочу сказать, что красный сегодня является фаворитом не только в коллекциях одежды, но и в коллекциях обуви. Поэтому наслаждайтесь этим блеском. Красный цвет смотрится всегда очень ярко. Даже если у вас надето маленькое черное платье, освежить свой образ вы можете при помощи красных туфель. Но следующий цвет у нас – это синий. Синий цвет выбирает наша модель Марина, и потом мы посмотрим, как они мерцают на ноге. Вот, Арина, я все-таки удивляюсь, сегодня в 21 веке новые технологии шагнули очень далеко. И они предлагают женщинам сегодня настоящие украшения –
сыпь камней на туфельках. Да, Свет, вот мы сейчас с тобой поговорим о качестве, как, насколько надежно здесь у нас сделаны эта россыпь камней. Да, давай посмотрим третий цвет, это черный. Мне очень нравится, что классический черный цвет в данном случае тоже украшен. Наша размерная линейка до 40-го. Нам только что сообщил продюсер, Алена сказала, что 40-го в красном цвете уже нет. Поэтому, если вы уже влюбились в эти туфли Эвелина, в 40-м черного остается только две пары. Вот что значит встречать доброе утро. А я не удивлена, потому что цена у нас сегодня на наши туфли 2999 рублей за праздничные нарядные туфли. Ты хотела спросить меня, как вот подобрать размер? Давайте посмотрим на нашу модель Марину. У Марины широкая нога, достаточно высокий подъем. Наша Марина вообще спортсменка. Я не говорю в прошлом, потому что не бывает спортсменов в прошлом. Ну и поэтому спорт дал о себе знать. У Марины очень сложно подобрать обувь. У меня, например, тоже проблема с зоной косточки. Давайте посмотрим сейчас на мягкость материалов. Это экозамша. Экозамша, так же как и натуральная, обладает мягкостью. Смотрите, как тапочки. Эластичная, мягкая текстура. Внутри мы видим с вами тоже отличное качество. Эко-кожа. Мне очень нравится здесь то, что высота каблука также будет заставлять женщину забыть просто о дискомфорте. Это удобство. Свет, потрясающе. Если бы ты не сказала, что это эко-замша, я бы подумала, что это натуральная. Натуральная, мягкая, невероятно мягкая. 2999 рублей. Выбирайте свой цвет. Итак, давайте еще раз посмотрим, как дистанционно подобрать свой размер. От 36 до 40. Если у вас ножка узкая, рекомендую выбирать свой размер, который вы носите. А вот если у вас ножка полновата, но вы влюбились в эту модель, закажите ее для себя на размер побольше. Надежда Исайкина заказала красные туфли к новогоднему корпоративу. У Нади 39,5, она заказала 40. Если и у вас половинчатые размеры, лучше заказать следующий. То, что касается качества, эти сразу никуда не исчезнут. Мы проделали эксперимент. Надежда заказала туфли для себя и сказала: ну, смотри, Светлана, если я на корпоративе потеряю хоть одну стразинку, ну, друзья мои, такого не произойдет, потому что эти туфли стопроцентное качество. Ну, посмотрите, насколько красиво они мерцают. Я хочу сказать, что мы наряжаем с вами не только новогоднюю елку, подумайте о предстоящем новом празднике, празднике всей семьи. Если вы хотите пуститься в пляс, если вы хотите долгое время провести на ногах, вам поможет в этом туфли, помогут в этом туфли Эвелина на устойчивом каблуке 8 сантиметров. Ну и цена у них, как у домашних тапочек, 2999 рублей. Вы сегодня экономите. Рубрика «Мода» вернется к вам в 9 утра, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 20.00. Мы рассказали вам только часть секретов. Впереди вас ждет выбор зимних пальто, сапоги, платья, юбки, брюки. Оставайтесь с нами. Доброе утро, страна! Доброе утро, Олег и Наташа! И передаю вам слово. Доброе утро, да, Света, Арина, спасибо тебе огромное. Я вижу на тебе уже кулон, значит, ты блузу вдохновения уже для себя выбрала. А это еще раз подтверждает то, что действительно блуза универсальная, и это украшение можно носить с любой одеждой. Посмотри, как освежает этот кулон. Он напоминает мне и лунный камень, и кошачий глаз. Просто здорово. По секрету хотел спросить, какого цвета выбрала? Какого цвета? Ну, ты же знаешь, какие оттенки я люблю. Я выбрала себе васильковый цвет. А низ? Ну, низ, это мне еще нужно подумать. А наши телезрители уже подумали и сделали заказ прямо на утренней нашей программе. Ну, ты знаешь, я вообще очень благодарна Светлане, потому что на самом деле многие женщины спрашивают, что им одеть на новогодний праздник. И в итоге, посмотрев твою рубрику, Светочка, ты понимаешь, как можно выглядеть с головы до ног, одеть себя действительно на праздник. Но еще нужно себя украсить. Ну что ж, принимаю эстафету от Натальи с Олегом, в том числе от нашей модной рубрики. Приглашаю вас в настоящий мир волшебства, в настоящий мир драгоценных ювелирных украшений. Итак, серебряные украшения с натуральными камнями в золочении, то, что является нашими потрясающими спутниками. Хочу вас спросить, вы знаете, какой камень был упомянут в шумерских и в древнеегипетских текстах, как камень семейного благополучия? Не знали, это камень аметист? Посмотрите, я вам как раз такое предложение и представляю в нашем
нашем утреннем эфире. Кольцо лавандовые чары. Вот с этим символом семейного благополучия я понимаю, почему и древние египтяне, и древние шумеры так его воспринимали. Потому что любая женщина, которая себя украсит аметистом, станет самой восхитительной и самой обворожительной для мужчины, который с ней рядом находится. Хотите вы стать самой обворожительной, самой сияющей, самой драгоценной, как говорится, золотце мое, чтобы к вам так именно обращались? Выбирайте серебро с золочением и с натуральными аметистами. Кольцо лавандовое чары выполнены у нас, опять же, подчеркну, из благородного металла, покрыты еще вдвойне благородным металлом золотом, да, у нас с вами размеры от 16 до 21. Посмотрите, такое нежное, такое утонченное, но при этом представлено в том числе до 21 размера. Еще раз хочу это подчеркнуть, те, кто давно жаждали, те, кто давно искали именно 20 с половиной, 20, 21, все сегодня в ваших руках. Выберите для себя кольцо лавандовые чары с натуральным аметистом. Это действительно натуральный камень, здесь очень четко видно, причем камень первого уровня и первого класса. Почему? Потому что здесь, видите, вот хоть одно включение можете видеть в этом прозрачном камне? Нет, только благородство, только красоту и чистоту линий великолепной овальной огранки, выполненные с точки зрения меня, как эксперта, на твердую пятерку. Итак, натуральный аметист по цене 1299 рублей, это еще украшенный не только серебром, но и вот такими по три с каждой стороны фианитами. Итого у нас с вами получается сколько? Семь камней, семь на счастье. Итак, 1299 рублей, это еще и счастливая цена, потому что вы сегодня экономите 600 рублей на вот этом восхитительном кольце с натуральным аметистом. Куда будем носить такое кольцо? Очень часто задают мне наши телезрительницы вопросы. Вот этот идеальный выход, идеальный выбор как раз для зимы. Знаете почему? Потому что здесь, с одной стороны, камень очень хорошо открыт, но при этом он не сильно высоко посажен. Это означает, что у нас с вами здесь получается действительно идеальный вариант под перчатки. Давайте с вами посмотрим. Итак, вот давайте, вот она, посадка камня, кстати, идеальная, посмотрите, абсолютно идеальное исполнение, грандиозная, великолепная полировка, чудесно все закреплено по высшему уровню, опять же, это хочу подчеркнуть как эксперт, и под перчатку, да, если я сейчас вот сверху, например, помещу под перчатку, ничего у меня не зацепится, ничего мне не будет мешать, да, поэтому идеально для зимы, идеально для холодного времени года, когда мы носим наши перчатки. Но опять же, хочу подчеркнуть, что этот цвет, который является таким, знаете, с одной стороны, очень нежным, с другой стороны, действительно загадочным и творческим, потому что считается, что те, кто выбирает аметисты, развивают не только, скажем так, коммуникативные свои навыки, да, то есть приводят к тому, чтобы к нам люди хорошо вокруг относятся, но и какую-то творческую нотку, да, вот здесь действительно это камень и творцов, это камень и художников в свое время было, это камень, который бы называли благословенный камень. Одним словом, про аметисты я могу рассказывать долго, но вы самое главное, не теряйте времени в утреннем эфире, заказывайте кольцо лавандовые чары из серебра 925 пробы с золочением и с натуральным аметистом, украшенным еще плюс и фианитами. Посмотрите, как восхитительно и нежно, как утонченно и одновременно изысканно и благородно смотрится этот комплект. Кстати, комплект вам уже анонсирую, можете заказывать также и серьги дуэтом. Обращу ваше внимание на то, что у нас лавандовые чары представлены в количестве двух элементов. Да, это комплект, это коллекция. У нас с вами есть и серьги, и кольцо. Но кольцо у нас выполнено с овальным аметистом, а вот такие серьги именно с каплевидной формой, больше даже напоминающей форму цветка. Посмотрите, как интересно дизайнеры поиграли и обыграли наши натуральные аметисты. А сегодня у нас с вами фейерверк, подарок и скидок абсолютно. Да, и посмотрите, какая скидка на эти серьги, 800 рублей. У нас, между прочим, подарок идет сегодня к каждому заказу. Вы получаете великолепные полотенца с символом года, ну а вы еще сегодня можете, платок, точнее, вот меня поправляют, платок с символом года, но я могу сказать, что сегодня, заказывая, вот чем больше вы заказываете, тем меньше платите. У нас до 20% сегодня скидки действуют в зависимости от суммы вашего заказа. И вот сегодня серьги лавандовые чары могут приблизить ваши максимальные скидки, или это отличный вариант для вашего первого заказа. А подумайте,
что такие серьги будут замечательные подарить. Может быть, своей дочери, может быть, своей подруге, может быть, себе. Себе любимые, про себя не забываем, ведь именно украшение – это то, что делает женщину женщиной. Так говорила Коко Шанель, и, кстати, с ней согласны были очень многие модницы мира и света. Если вы обожаете ювелирные украшения, то самое время их заказывать по умопомрачительной цене. Натуральные аметисты 2 в серебре с пионитами, золочением по цене 1499 рублей. Менее 1500 рублей за такую нежность и за такое чудо. Обращаю ваше внимание еще раз на огранку, на качество исходного камня, на качество цвета. Здесь действительно, видите, такой нежнейший оттенок лаванды. Вот не зря называются лавандовые чары. Правда, напоминает лавандовые поля, которые можно видеть на фотографиях во Франции. Сразу вот какой-то такой немножко отсыл у нас к Франции. Да, действительно, фиолетовый цвет тогда был очень популярен, он королевский, он действительно такой, который принимали, между прочим, многие династии в качестве династического цвета, поэтому ассоциируется он, безусловно, с благородством. Выбирайте полный комплект, тем более, что сегодня, выбирая комплект, вы экономите вдвойне, экономите больше, да, готовитесь к Новому году, заказывайте, кстати, на 4900, получаете бесплатную доставку, да и не только. Чем больше сегодня заказывайте, тем больше экономите. Я передаю эстафету обратно в рубрику «Утренняя» Наташе и Олегу, а вас жду в своей рубрике через 3 часа. Олечка, спасибо, да, спасибо тебе большое. Огромное, это изумительно. А, Наташа, ты знаешь, что, чем нравится наша программа? Вот интересно, тут? Чем же? Ну, то, что мы подготавливаем целый готовый образ. То есть мы прямо с нашей программы можем пойти в ресторан на праздник. Но, мои любимые, мы не упустили и самое главное. Украшения, платье, туфли. А как же ваши личики? Как вы будете выглядеть, да? Да, мы обязательно вам сейчас об этом расскажем. Обязательно расскажем, потому что у нас уже на подходе наш эксперт. Она уже в студии. Совершенно верно. Оля, очаровательная Олечка. Оля, Ольга Мокшина. Давай представим. Ольга Мокшина, она пришла к нам. Оля. Привет. Доброе утро. Так. Доброе утро. С какой ты к нам красотой? Просто изумительный какой-то, да? Вы знаете, во-первых, хочу всех поздравить с ранним утром, поздравить всех и сказать, что сегодня вас ждет шоу «Красивая» с Ольгой Мокшиной. У нас второй выпуск, и удивим мы вас потрясающими наборами и комплектами. Какие предпочитаете вы оттенки помады? А выбор туши для вас проблема? Это не проблема. Выбирая сегодня комплект, вы получаете и тушь, и помаду на выбор, заказывая один комплект. Слушайте, я так понимаю, что сегодня бесплатная доставка на 3900 на красоту, да? Да, конечно. Представьте сегодня вот этот комплект с бесплатной доставкой. У нас еще сегодня и масса подарков. Ты знаешь, Олечка, я хочу спросить тебя вот о чем. Что сейчас актуально? Какие цвета помады? Я думаю, что если год мы встречаем огненного петуха, наверное, все оттенки красного. Я права или нет? Ты права, потому что, посмотри, мы выбрали сейчас самые ходовые оттенки помады. Я сейчас вам познакомлю вас с оттенками. Итак, внимание, выбирая набор, вы получаете одну тушь и одну помаду. Нам нужно определиться с цветом. Этот персик, он номер 3 называется. Этот называется розовый, 4. Этот цвет называется слива, под номером 5. А красный, ну, как ни странно, номер 7. Это номера помад. Заказывайте комплект и экономьте, вы получаете с бесплатной доставкой. А знаешь, вот я хотела бы тебя спросить, как эксперта рубрики красоты, обязательно ли помаду выбирать под цвет платья? Или можно сделать что-то, какой-то освежающий тон подобрать, допустим, нежно-розовый, несмотря на то, что блуза будет красная. Вот актуально, возможно ли так комбинировать? Знаешь, я тебе скажу, смотри внимательно программу «Красивая» с Ольгой Мокшиной, так. Приедет эксперт, который расскажет обо всех нюансах, и ты услышишь все ответы на свои вопросы. Смотрите и вы с удовольствием. Сегодня мы представляем впервые на телеканале шоу «Красивая», на телеканале «Шоппен-шоу» впервые набор декоративной косметики и тушь, и помада. Слушайте, ну у меня как у мужчины, во-первых, я загадал желание между двумя очаровательными женщинами. Скажи, пожалуйста, вот мужчины
они всегда как-то сомнительно смотрят такие. Кому ты порекомендуешь? Вот я, например, для себя определился, я знаю, жена какую использует. Какую она выбирает? Она использует яркий цвет, красный. Яркий, все прекрасно, Олег. Мы специально в комплекте предлагаем вам на выбор и красный цвет помады. Тушь вы получаете плюс одна из четырех оттенков помада. Причем эта помада еще и ухаживает за губами. Я не буду сейчас раскрывать всех секретов. Мы расскажем все подробно. В 12 часов будет первый час презентации. И мы будем комплексно подходить к красоте. Ведь мы подготовили еще и сюрпризы. Это уходовые средства. Можно заказ уже оформить сейчас. Потому что вот этих наборов очень мало. Это ограниченная партия. Одна тушь и на выбор. Одна помада из четырех представленных. А так, вот ты знаешь, я знаю, что у тебя не только декоративная косметика, но еще полный уход за лицом. Да. То есть мы можем, женщины мои, ухаживать за собой абсолютно. За кожей, за ресничками. Я знаю, что вот эта тушь очень хорошая. Она ухаживает за ресничками и удлиняет их. Она, да, она ухаживает, и причем, ты знаешь, она и очень легко смывается. Ты знаете, я очень хочу рассказать обо всех секретах. Да, давай не раскрывать секреты. Держусь. Да, приходите. Налюбоваться вами не могу, девчата. А я знаю, что у тебя еще будут и звездные гости. Гости, да? Будут обязательно звездные гости. Как раз уходовый комплект для кожи лица 55+. И есть у нас для более молодой кожи. Кожи будет представлен в 12 часов. К нам приедет эксперт Сергей Арсенин. Новинка, которая уже себя зарекомендовала. Подготовиться к Новому году легко, преобразиться к новогодней встрече очень просто. В 12 часов и в 15, всего 2 часа, шоу «Красивая» с Ольгой Мокшиной. Смотрите, не пропустите подарки к Новому году. Бесплатная доставка на комплект. И платок вы получаете в подарок сегодня при заказе любого товара с Shop and Show. Ольга Мокшина у нас была... Эксперт гостя. Красоты. Телеканал Shop and Show предлагает вам лучшие предложения по самым выгодным ценам. Команда телеканала предлагает вам не только сэкономить и накопить бонусы, но и расплачиваться ими. Если вы еще никогда не делали покупок на телеканале Shop and Show, то это информация для вас. С каждой покупкой вы получаете 2 золотые карты в подарок. И в следующий раз, когда вы будете делать заказ на телеканале Shop and Show, вы получаете часть оплаченного заказа на золотую карту. Одну карту вы оставляете себе, а вторую можете подарить близкому вам человеку. Подружке, сестре, дочери. Вот я, например, карту хочу подарить Олегу Сотникову. Помимо карт вы еще и получаете каталог с нашими лучшими предложениями, которым я сейчас ознакомлюсь. А тебе, Олечка, предлагаю ознакомиться с нашим ассортиментом на сайте. Все, что вам нужно, зайти на сайт shopandshow.ru, выбрать нужную вам категорию и стать частью большой команды телеканала Shop and Show. На сайте телеканала Shop and Show вы можете найти эксклюзивные товары с максимальными скидками и специальные предложения дня. Но определиться с выбором поможет и наш каталог, где вы увидите более подробную информацию относительно любого товара из нашей рубрики. При заказе из каталога используйте код SHA, который вы видите на экране во время наших эфиров. Добро пожаловать в мир красоты, комфорта и качества. Внимание, внимание! Небольшое включение. Шоу «Красиво» ждет в 12, но мы не удержались и расскажем сейчас о наборе. Не удивляйтесь, не удивляйтесь. Ведь стилист Светлана Воронцова еще и стилист, и визажист, эксперт, который разбирается в тенденциях макияжа. Ну, а в преддверии 2017 года нам обязательно нужен совет. Ты знаешь, Оля, даже не только связана сегодня наша программа, не только к Новому году. Мы приурочили ее к твоей рубрике «Красивая я». Как оставаться красивой, при этом следить за своей кожей, ведь наша косметика Магрос именно состоит из таких натуральных компонентов, которые не только украшают женщину, но и ухаживают за вашей кожей. Ухаживайте за кожей, будьте красивой. Ну а теперь давайте знакомиться. Вы получаете комплект на выбор. Одна помада, вот посмотрите, например, номер 3, это помада плюс тушь персикового цвета. Записывайте сразу номер. Или, например, мы выбираем помаду розового цвета. Это универсальный цвет, который подходит женщинам любого цветотипа. Также, заказывая помаду номер 04, розовый цвет, вы получаете тушь. Это не простая тушь, это термотушь, о которой я расскажу сейчас. Ну, а еще один вариант, это четвертый вариант –
тушь плюс помада цвета слива. 05 номер. Заказывайте, забирайте. И, конечно, яркий цвет мы не могли оставить без яркого красного цвета. Это цвет, который выбирает женщины для встречи Нового года, года петуха. Ну, как наша Оля Гриданова выбрала для себя красный цвет. Это номер 07. Учитывая, что год огненного петуха, сегодня женщины уже заранее готовят свои наряды. Вы можете выбрать маленькое черное платье, а сделать свои губки яркими красными. Оля, я сейчас беру тушь и хочу рассказать все секреты, которые вы сегодня будете получать. Вообще, наша рубрика «Красота» посвящена тому, как правильно выбирать декоративную косметику. Мы сотрудничаем, сегодня испробовали на себе косметику Magros. Примечательно то, что это косметика европейского качества. Как уважающая себя косметологическая компания, Magros предлагает нам не только декоративную косметику, но и то, чем ее наносить. Я как визажист, я проработала 10 лет в этой области, могу вам сказать, сегодня не каждая компания предлагает вам профессиональные кисти. Здесь мы видим с вами, что кисти очень хорошо оформлены, здесь имеется надежная защита. Кисти состоят из материалов, это не натуральный мех, это специальные кисточки, которые можно наносить жирные текстуры, в данном случае помаду и, конечно же, пудры. Но сейчас мы вернемся с вами к туши. К туши. Это главный вопрос сегодняшнего дня. Итак. Свет, у меня, знаешь, какой вопрос? Вот многие женщины с этим сталкиваются. Для меня важно, чтобы тушь наносилась легко и чтобы не было комочков. Ну, сейчас, Оленька, я расскажу самый главный секрет. Наша тушь непростая, это термотушь. И она помещена в специальную тубу. Вот если вы выбираете тушь, обязательно смотрите, чтобы формочка у нее была не пластмассовая. В пластмассовых вот таких вот тубах содержатся микробы. У нас здесь все металлическое. И я могу сказать, что очень важно здесь то, что форма кисточки здесь правильная. Обратите внимание, давайте вот так на своем камне, давайте вот так. Вообще хорошо, хочу сказать, видно. Что ты заметила, Оленька, форма, да, очень у нее необычная. Знаешь, для чего? Для чего? Учитывая то, что реснички выпадают, на их месте появляются новые, то есть маленькие, короткие, их тоже нужно прокрасить. Угу. Кисточка наша для коротких и длинных ресниц. Поэтому, когда вы такой кисточкой наносите тушь на глаза, наши реснички полностью все прокрашиваются. Сейчас я даю тушь Марине. Мариночка, глядя в зеркало, вы же сами будете краситься. Я не смогу, к сожалению, каждый из вас приехать. Всех бы накрасить на Новый год. Вот так, давайте посмотрим. Марина сейчас без туши. Она наносит эту тушь. Содержание специальных восковых текстур в нашей туши позволяет равномерно наносить тушь на все реснички. Еще больше тебе скажу. Эта тушь не растекается. Вау, вот это самое главное. Не растекается тушь. А значит, если мы попали под мокрый снег или под дождь, если нас что-то растрогало и появились слезы, тушь не подтечет. Ну, а теперь давайте особенности, нюансы и изюминки туши расскажем. Смотри, Оля, наша тушь удлиняет ресницы. Причем, если ты замечала, что тушь образует комочки, наша ресничка отдельно отделена друг от друга, и она совершенно гладкая, как будто воск нанесен. Вот такая техника нанесения очень важна. А как удалять тушь? Смотри, 38 градусов ты берешь ватный диск в теплую горячую воду и на глазки наносишь и снимаешь их цельной пленкой. Они как будто бы жгутики такие снимаются с туши. Заказывайте прямо сейчас. Вы получаете тушь вместе с помадой. 4 цвета на выбор. А еще, Света, это тушь удлиняющая или это для объема? Смотри, я сейчас проделаю эксперимент. Вот я нанесла водичку, мы видим сейчас. Марин закрывает глаза. И я начинаю тереть. Марина, открывай глаз. Если бы это была обычная тушь, давным-давно у нас бы уже оказались как глазки панды, черные круги под глазами. Еще раз хочу сказать, что наша тушь не оставляет следов. 2999 рублей комплект тушь плюс помада на выбор. Если хотите взять две помады, можете отдельно заказать еще одну. Бесплатная доставка и платок в подарок. Хочу напомнить, что наша тушь термотушь. Вы можете нанести тушь и в Новый год бросаться снежками, гулять. Ни ветер, ни стужа вам не страшны. Как часто зимой, нанося тушь на глазки, вы боялись выйти на улицу, потому что ваша тушь растекалась по лицу. Вот это выглядело как. Достаточно одного движения и все. А здесь мы с вами сейчас наносим термотушь, берем 38-градусную температуру воды и снимаем пленку. Вот она тоже на вашем пальчике, а ваши глазки остаются нетронутыми. Восковое содержание, наша термотушь не водостойкая. Давайте еще раз попробуем сравнить. Вы наносите обычную тушь на глаз, как это делает наша Танечка. Что обычно бывает и случается при попадании мокрого снега или дождя? Глаз начинает растекаться. Наша термотушь. Вы наносите
наносите ее на глазки. Вы можете от счастья прослезиться, вы можете попасть под снег, под дождь, но она будет оставаться цельная. Смотрите, если вы нанесете водичку, ватный диск на обычную тушь, вот она не водостойкая, она растекается. Это ваша обычная тушь, а эта тушь наша, термотушь от бренда Magros. Все секреты в рубрике «Красота» с Ольгой Мокшиной. Спасибо, девчонки. Ты знаешь, Олег, ну мне, поскольку приходится делать макияж утром, да, у нас в гримерке, то я, честно говоря, попробовала уже эту термотушь, и я настоятельно рекомендую вам, мои хорошие, приобрести ее себе или кому-то в подарок. Я думаю, что наши телезрители выбрали. Ну давай поговорим о событиях. Во-первых, я поздравляю с 75-летием освобождения города Твери, раньше он назывался Калинин, от немецко-фашистских захватчиков. А ты знаешь, завтра наша съемочная группа едет в Тверь. И еще я знаю одну маленькую тонкость. Это как-то Ирина, связано с твоим личным праздником. Ирина Александровна Караваева. И Александр Иванович Караваева – это мои дедушка и бабушка. Я вас обожаю, люблю и поздравляю с этим событием, потому что вам вручили памятные награды по случаю этого праздника. Браво, я вам телеканал аплодирую. Давайте поаплодируем. Да. Семья Караваевых, мы вам шлем горячие поцелуи и, конечно же, наши теплые поздравления. Да. Ну, давай поговорим о погоде, потому что она непредсказуемая. Все должны знать, в Ульяновске -5. -5. Ну, в принципе, зря ты говоришь. Довольно предсказуемо. Это хорошая погода. Пенза, кстати, тоже -5. Идентично. Да, совершенно верно. У нас циклон идет одинаковый. Один на всех. Уфа -9. Ну, практически то же самое. Уже чуть-чуть похолоднее. Утепляемся. Передаем вам привет. Так, тишина. В Норильске -26. Боже мой. Ну что ж, я думаю, что наши теплые леггинсы, пуховики, куртки, конечно же, наша вся теплая одежда вам, безусловно, подойдет. Давайте, и в Москве -10. Ну, давай поговорим об итогах часа. Конечно, обо всем по порядку, о чем мы сегодня с вами беседовали. Итак, дорогие друзья. Так, давайте взглянем на экран и посмотрим. Ну, я хочу сказать, что сначала мы поговорили, конечно же, о моде, о том, как себя одеть с утра на праздник. Юбка твиги, трикотажное полотно, бархат, может быть, как и в офис, так и на выход. Она и нарядная, может быть, и офисная, честно какой цвет подобрать. Но я предлагаю все-таки как-то дополнить образ. Смотрите, три цвета на выбор. Вот эти туфли женские, Эвелина. Отличный выбор на праздник, особенно для тех, кто любит танцевать, ну и украсить себя. Ну, мы женщины, не забудем, безусловно. Серьги и кольцо, лавандовые чары. Посмотрите, какой изысканный дизайн, какой нарядный и в то же время очень тонкое колечко и серьги, да? Да, кольца как-то без серьги как-то не очень будет сочетаться. А здесь серьги дополняют, и все очень просто, удобно, вы заказываете. Конечно, я еще раз напоминаю о том, что мы делаем вас абсолютно красивыми целиком. Мы подбираем вам полный образ, да? Наташа, давай все-таки еще раз глянем на экран, потому что мы сделали репортаж правильно. Да, безусловно, да. Поговорим с вами. Вот наша блуза с таким дополнительным декором. Вот, как вам? Очень симпатичный цвет. Приятная на ощупь. И цвет мне нравится. Кофточка, да, тоже очень хорошая, она скрывает все. Вообще очень, очень приятная и фасон очень хороший. Вот это вот то, что мне бы подошло. Ну, шифон хорошего качества, очень даже подкладочная ткань, изумительный трикотаж такой масляный. Как думаете, сколько может стоить такая блуза? Я думаю, что сама блуза может стоить в районе 2500–3000 рублей. Ну и, наверное, украшение 800–900 рублей. Ну, около 2, мне кажется. 2000 с лишним будет стоить. Ну, я думаю, в пределах 4000. Телеканал «Шоп-н-шоу» ответит на все ваши вопросы. Внимание на экран! Это «Мода» и специальное предложение сегодняшнего дня. У нас блуза вдохновения. Это не просто блуза, это блуза с сюрпризом. Вообще хочу сказать, что мы сейчас очень внимательно смотрели отзывы наших же телезрительниц, женщин, которые выбирают сегодня блузы вдохновения. И многие из них действительно отметили, что здесь шифоновое полотно. Но к шифону многие женщины относятся по-разному. Я хочу сказать, что здесь необычный шифон. Это декоративный, легкая, струящаяся блуза. Какое легкое настроение! Шифон – это король струящегося силуэта.
Поэтому я гарантирую вам, что вы не заметите, как наступает ночь, а в этой легкости вы проведете целый день. Свет, ты выглядишь потрясающе. Спасибо, Ариш. Ну, давай познакомим наших телезрителей с цветами на выбор. Сегодня 4 цвета на выбор играет в предновогоднем дне на телеканале Шопен Шоу. Я, так же, как и наша ведущая Наташа, выбирает васильковый синий цвет. Ну а для тех, кто подготовился к году огненного петуха основательно, выбирает за основу гардероба красный. Следующий цвет — это темно-синий, сапфировый, очень нарядный цвет. Синий смотрится очень дорого, и действительно, угу, он считается универсальным, подойдет для любого цветотипа. Яркий василек, который выбирает Светлана. И сливочный. Если вы ищете сейчас для себя нарядную блузу, могу сказать, что в этой блузе вы будете хороши и в будни, и в праздники. Мне очень нравится, что наша блуза имеет украшения. Когда мы задавали вопросы нашим телезрительницам, сколько может стоить такая блуза, многие говорили: 1400, 2500 плюс 900 украшения. Ведь действительно, одно такое украшение в магазине стоит порядком до 1000 рублей. Да, Свет, я знаю, потому что я люблю украшения, люблю бижутерию и очень часто хожу по магазинам и сравниваю цены. Сегодня у нас и блуза, и украшения специально для вас по цене 2299 рублей. Это цена только сегодня. Специальная цена телеканала Шопен Шоу. Наша модель Марина выбирает сейчас блузу с кулоном вдохновения сливочного цвета и юбку. Это юбка Твиги. Юбка представлена от бренда Олмис, и вы уже сейчас можете выбрать для себя готовый ансамбль. Ты посмотри, сколько заказали уже блуз вдохновения. Вдохновились почти 160 модниц, а ведь это только утро. Ацвет, а я рада, значит, наши женщины будут в хорошем настроении встречать этот Новый год, и значит, наши женщины будут самыми красивыми. Ну, а сейчас я хочу сказать, красота красотой, но комфорт никто не отменял, тем более, что это основная составляющая при покупке. Лично я тоже женщина, я не только слежу за модой, сегодня я выбираю комфортные ткани. Так вот, наша блуза состоит из двух частей. Это вискозный топ, он очень приятный, ткань плотненькая, но дышащее, ведь вискоза волокно растительного происхождения. Это раз. Вторая ткань, как летучая мышь, рукав так и называется, это декоративный шифон. Декоративный шифон состоит из натуральных шелковистых волокон с добавлением полиэфира. Он здесь необходим. Знаешь почему? Да. Во-первых, раньше шифон невозможно было так даже натянуть. Он лопался и расходился в местах натяжения. А сейчас с добавлением полиэфира наш шифон декоративный становится прочнее с каждым годом. Да, здорово и потрясающе. Он легкий и очень красиво струится. Свет, получается у нас двойная блуза с защитой. Конечно, хочу сказать, что дизайн бренда Ларичи меня покоряет всегда. Ну и качество тоже. Да. Мы видим с вами, как совместили наши дизайнеры две блузы. Это внутренний топ и легкая летящая шифоновая блуза. А вот то, что касается качества, я была приятно удивлена. Вы знаете, шифон не перегружает уже сегодня. Mm-hmm. Если раньше его перекручивали в несколько раз, тем самым нарушая легкость шифона, сегодня Германия, европейские машины, которыми запасается бренд Ларичи, могут предложить вам идеальную окантовку. Называется она закрутка или американка. Вот такое рассыпчатое полотно очень сложно ровно оформить. У Ларичи это получается. Это качество, качество в детали от бренда. Для вас специально легкая, летящая, свободная блуза, в которой вы будете самая яркая, будете самая красивая. 2299 рублей. Это специальное предложение от телеканала Шопен Шоу. Позвоните и закажите свой цвет. Девчонки, да, спасибо вам огромное. Как же вы любите поднимать настроение, как вы создаете настроение, да, специально для нас и для вас, мои хорошие. Наташа, ну давай поговорим и напомним нашим телезрителям, для тех, кто только что подключился, что так действует фейерверк скидок. Заказывая на 7 тысяч, вы получаете скидку в 10%. Заказывая на 10 тысяч рублей, вы получаете скидку 15%. Заказывая на 12 тысяч рублей, вы получаете огромную скидку в целых 20%, которую вы можете потратить на себя любимую. Ну и, конечно же, каждому вашему сегодняшнему заказу вы получаете в подарок платок. Это... Да, но у нас вот очаровательные эти платки, такая гамма цветовая стоит на столе, что просто я восхищаюсь. Я сижу и радуюсь. Это же и она может приехать к вам. Это же телеканал Шопен Шоу, который делает вам подарки. Вы заказываете и не ходите по магазинам. Это главная выгода. Готовый образ прямо с дивана. Прямо с дивана, прямо с утра вы можете выйти в свет. Ну что ж, мои хорошие, мы любим вас. Мы работаем для вас душой. И, конечно же, мы встретимся с вами завтра ровно в 8 утра, также в прямом эфире, и поднимем вам настроение. А завтра рубль.